парканах на перекрестке Тираспольского шоссе и улицы Карла Маркса скоро появится светофор. Решение о его установке уже принято. Сейчас дорожные службы завершают работу над проектом. Сейчас идет уточнение технического задания. Это нужно согласовать со Слободзейским ДЭСу, согласовать с управлением ГАИ, потому что безопасность дорожного движения – это их прерогатива. И после уточнения этих технических данных будет составлена смета на выполнение данных работ, и она будет представлена уже непосредственно заказчику. До конца этой недели мы, скорее всего, предоставим им уже всю необходимую информацию. На пересечении Тираспольского шоссе и улицы Карла Маркса в часы пик по утрам и вечерам автомобилисты подолгу стоят в пробках. Это продолжается уже не первый год. На проблему сельской пробки обратил внимание депутат Слободзейского райсовета Владимир Тимофеев. Он и предложил установить на перекрестке светофор. Его идею поддержали в ГАИ. А теперь решение об оборудовании перекрестка светофором утвердили районные власти.